И к другим новостям. Преступник, изнасиловавший девушку в конце марта на Шишковке в Улан-Удэ, задержан. Им оказался мужчина, который уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Мужчина был задержан случайно. Он совершил грабеж, отобрав у подростка велосипед. В момент грабежа он бил ребенка камнем по рукам. Этот факт и привлек внимание оперативников. Да, он был задержан именно по грабежу, по велосипеду. И уже потом в ходе следствия по грабежу было установлено, что он и причастен к изнасилованию. Напомню, изнасилованную 19-летнюю девушку он оглушил кирпичом. Преступнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.